Доброго дня, дорогие мои. Я вот с моря вернулся. Вот. Спек лепешку слоеную с зеленым луком. Хочу при вас его вот с духовки вытащил, горячий еще. И нарезать. Как оно у меня получилось? Слоеная лепешка — это туркменская лепешка, да его и узбеки пекут, и многие пекут, но у нас вот так вот его. Вот она. И вся здесь внутри состоит оливковое масло. Оливковое масло. Смазываю. И зелень ложу. Уже вот она, видите? Вот, внутри зеленый лук, вот, петрушка, укроп с оливковым маслом, смазанный с перчиком. И вот такой получается у меня шедевр. Вот, вот таким полезным, питательной едой надо организм свой насыщать. И вот так положить, вот она. Это прелесть, ребята. Вкус неземной. А запах стоит. Ура! Вот это я буду на природе забирать с собой, когда буду туда выезжать. И лепешки такие будут, они не пропадают. Вот. Дня 3-4 можно кушать. Вот такие дела. Вкусная, питательная, настоящая растительная пища. Вот для вашего здоровья. Это еще один мой, как бы скажем так, шедевр. Всех вам благ, не болейте, все хорошо. Пока-пока.